Здравствуйте, с вами Полли. Сегодня я вам расскажу о мероприятии для художников. Если вы являетесь художником и темы конкурсов и разных выставок вам интересны, не забудьте подписаться на этот канал Полли. Я каждый месяц рассказываю о разных мероприятиях, которые проходят в мире, где можно поучаствовать, заявить о себе, попасть на выставки и выиграть ценные призы. Если мое видео вам понравится, не забудьте, пожалуйста, поставить лайк и написать свой комментарий, что вы думаете по этому поводу. Как обычно, под видео находится ссылочка на данном мероприятии. Вы можете перейти, прочитать, поучаствовать. Я вам сейчас вкратце расскажу. Называется это мероприятие «Искусный гений хаотического разума 2024». Участие здесь платное. $20 за одну работу, $40 за три штуки. Поучаствовать можно до 15 декабря 2024 года. Результаты будут 15 января 2025 года. Из того, что я поняла, это больше, знаете, такое мероприятие для художников, которые хотят себе как бы сделать определенную рекламу. Будет онлайн-выставка, то есть не офлайн, а онлайн, 15 февраля 2025 года. Значит, вообще это мероприятие для всех желающих от 18 лет и старше. Нужно присылать свои работы с большим разрешением 300 точек на дюйм и называть работу следует таким образом, английскими буквами, ваше имя, фамилия, ну или имя, если псевдоним, нижнее подчеркивание и название работы. Все это на английском. Принимают 2D, 3D работы, живопись, скульптуру, фото, гравюры, цифровые технологии. Сказано, что неприличного содержания, ну вы понимаете, интимного, и сатанинское содержание не рассматривается и не принимается для данного мероприятия. Здесь есть определенная тематика. Тревога, депрессия, стресс и заболевания психического здоровья. Помимо того, что выбранные работы попадут на онлайн-выставку, будут призы. Первое место $100, второе место $75. Третье место $50. Также будут раздавать грамоты, сертификаты, и победители будут упоминать в СМИ. О себе хочу сказать, что мне не нравится эта тема. Я не хочу рисовать ничего на тему психического здоровья. Вот есть некоторые темы, которые я не рисую. Просто мне это, допустим, неприятно. Я, например, не хочу рисовать на политические темы. Я не хочу рисовать никакую агрессию, вообще ни в какой форме. И вот тревога, депрессия, психические заболевания, мне такая тема тоже не нравится. И меня не интересует онлайн-выставка. То есть я понимаю, что для кого-то, может быть, это дополнительная реклама. И, в принципе, участие недорогое, $20, такое среднее по цене участие, как по многих конкурсах. Ну, о себе я сразу говорю, что я участвовать не буду. Но, может быть, вы захотите, поэтому я вам рассказываю эту информацию. И пишите, пожалуйста, в комментариях, что вы думаете по поводу данного мероприятия, будете ли вы в нем участвовать и видите ли вы перспективу в таком мероприятии и в участии в онлайн-выставке. Благодарю всех за просмотр. С вами была Поля. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, нажимайте колокольчик, ставьте лайки. Всем пока!